Доброе утро. Мы сегодня уже проснулись недалеко от Сыска, относительно недалеко мы уже собрались. Отель у нас сегодня был, мягко говоря, не очень, поэтому мы не хотим здесь задерживаться. Вчера, сейчас я вам покажу, вот обычно вот в таких отелях вот такой пол, да, он смотрится вроде бы красиво, на фотографиях неплохо, но он такой грязный, потому что его никогда не моют. Ну и вот такой у нас был номер. В целом нормальный, обычный, стандартный американский номер, но вот эти грязные полы меня всегда раздражают, особенно когда вы приезжаете с детьми. Поэтому вот так вот мы немножко расстроились, но в принципе мы отдохнули, это самое главное. Сейчас мы решили позавтракать в дайнере. Это американская сеть, где, как бы сказать, такая домашняя американская еда. Поэтому мы сейчас туда идем и будем завтракать. Но зато здесь уже посмотрите, какая красота. Пальмы везде. Дети наконец-то на улицу вышли. Да. Что это? Вот сюда мы пришли кушать. Дети довольны, идут завтракать. Нам уже принесли наш завтрак. Вот это, кстати, моя самая любимая еда в этих столовках. Омлетики, короче. Это у нас такая картошка. И вот такая вот еда. Простая, но очень вкусная. И дети здесь топчут. Это, кстати, турки бекон с... как его? С индейки. И куда-куда мы приехали? Сан-Франциско! Обожаю этот город всей душой. Он просто прекрасен. В таком месте стоит знак предупреждения о том, что разбивает стекла. Видите, здесь парковка вот так вот стоит. И разбивает стекла, ворует, что есть в машине. Предупреждает, чтобы... даже не чтобы, а что такое может быть. А почему тут разбитое окно? Зашли в такой туннель. На самом деле здесь намного темнее, чем показывает телефон. Ну, сейчас... А, не, не получается сделать темнее. Сан-Франциско. На самом деле, я очень рада, что я живу недалеко от Сан-Франциско. Ну как, относительно все же. Если на машине лететь, то же самое и на самолете, конечно. Но если на самолете, то тут пару часов. Но этого стоит. Мы уже приехали в сам город и приехали на 39-й причал посмотреть морских котиков. Мы детям обещали, здесь как раз гуляем с видом на Алькатрас. Здесь такая оживленная улица, много людей, много туристов, много еды, очень интересная, и есть что посмотреть. Вот это чайка или еще какая-то, только что сожрала у меня мороженое, прям украла. Дени! Дени, смотри! Дени!
how hard my life would treat me. I'd always get right back up, never worry. Франциско есть знаменитое место, где на витрине вот так вот через стекло можно посмотреть, как работает и пекут хлеб. И здесь прям целый такой завод хлебный. И вот они всякие такие яшные штуки.